Солисты этого хора идут с песней по жизни, и без песни ее никак не представляют. Каждую неделю от репетиции к репетиции они поют о своей молодости. Репертуар соответственный. Все песни вне времени. Вечно популярные хиты, но главное – душевные. Коллектив пользуется большой популярностью в районе. И с удовольствием к нам приходят сюда на его концерты. Ни одно мероприятие, которое мы проводим здесь, не обходится без этого коллектива. В этом репетиционном зале собравшимся коллективы вдохновения давно за 18+. В Центре социальной реабилитации собираются пенсионеры, пожилые люди. Они приходят сюда в поисках общения. 7 лет назад сюда пришел и Борис Александрович Клименко. Он-то и предложил создать коллектив вдохновения, а сам стал его художественным руководителем и главным баянистом. Тогда, 7 лет назад, их репетиции начинались лишь с 5 человек. Сегодня в маленьком кабинете, где репетирует хор, нет свободных мест. На репетиции люди съезжаются с самых дальних уголков Куйбышевского района. Как глаза, как уголья, что в них не пойдешь. Ой, Пирож, хорошо поет, и о чем поет золотая рожь. Людмила Викторовна Мячина – одна из основных солисток. Она из тех, кто был в первой пятерке, когда зарождался коллектив. Полжизни проработав главным бухгалтером, она ушла на пенсию и решила, что ее жизнь остановилась. А потом пришла сюда и запела. Год 3 нигде вообще никуда не ходила, потом уже сюда пришла. Потом дали тут вот запевать песню, и из-за этого я осталась. В основном и все и пошло мое пение. Для меня, как сказать, как второй дом. Я сюда хожу, забывая о своих невзгодах каких-то. Как бы им ни здоровилось, какой бы долгой и трудной ни была дорога, они едут на репетиции, как на большой концерт. Потому что здесь, в маленьком зале, но при большой дружной компании, они запевают и забывают о своих проблемах. Глядя на них, у меня душа радуется просто, что это одна, единая, дружная семья. Эта дружная семья уже давно превратилась в серьезный коллектив, который заслуживает овации не только на юбилеях и праздниках центра, но и на конкурсах. Только чтобы выезжать на них, одного таланта недостаточно. Нужны хорошие музыкальные инструменты. Единственный баян, подаренный 7 лет назад, уже требует замены. Но главное, коллективу нужны костюмы для выступлений. Существуют определенные проблемы. Конечно, мы выходим из положения, но нам бы хотелось, чтобы у коллектива были костюмы концертные. У нас этого нет, прямо скажем. Что-то сами свяжем, но это все равно не то. Конечно, если бы были настоящие концертные костюмы, конечно, мы бы от этого не отказались. Если вы хотите оказать свою поддержку коллективу вдохновения, вы можете это сделать, связавшись с художественным руководителем по телефону 8 987 942 09 29 Борис Александрович Клименко.